20 августа Казанский федеральный университет принял в своих стенах 100 школьников из Донецкой и Луганской народных республик. Они участвуют в федеральном проекте «Университетские смены». В рамках этой поездки ребята будут ознакомлены не только с культурой нашей страны, но и татарского народа, национальности, которые проживают на территории Республики Татарстан. Во всяком случае, мы понимаем и ответственность, и понимаем, что ребята едут, возможно, даже впервые в Россию, да, и поэтому их знакомство с Россией начнется именно с Елабуги и из Казани. Для участников университетских смен проводятся обзорные экскурсии с посещением объектов культурно-исторического наследия, музеев, театров, интерактивные образовательные занятия по истории и культуре России, спортивные мероприятия. Школьники уже посетили главное здание Казанского федерального университета, ознакомились с экспозициями музеев вуза. Далее группа отправилась в Елабугу, в спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник» Елабужского института Казанского федерального университета. На профильную смену «Вместе целая страна». С детьми будут работать сотрудники Елабужского института КФУ, сотрудники Елабужского университетской школы, которая у нас находится на базе. Там будут различные спикеры. Каждый из них приготовил свою определенную программу. И в рамках этой программы будут проходить мастер-классы, тренинги, занятия. Комплектование приезжающих в эти смены ведет Министерство образования и науки ДНР. Так ее участниками стали дети мобилизированных, матерей-одиночек, многодетных семей, а также победители и призеры местных муниципальных олимпиад, участникам от 12 до 17 лет. Только как мама сказала, ты хочешь в лагерь или нет, я сказал да, и я уже начал собирать сразу же вещи за неделю. Прям сильно хотелось в лагерь. Я вот месяц назад был в еще одном лагере, мне там очень понравилось, поэтому мне очень хотелось в еще один лагерь съездить. Напомним, что федеральный проект «Университетские профильные образовательные смены» реализуется при поддержке Минпросвещения России и Минобороки России. В рамках проекта для детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик проходят образовательные смены на базе ведущих университетов России, включая педагогические вузы. Смена длится 10 дней. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.